Всем привет, дорогие друзья. Шофер, привет. С утренним кофе с собой едем, как я и вчера и говорила, в магазин Poco. Но там есть еще рядом магазин, как он называется, дискаунт или Сконто? Сконто, по-моему. Сконто. Сконто есть прямо рядом, так что мы посмотрим сегодня мебель. Сегодня уже надо определиться с мебелью. Я онлайн посмотрела, и на одном сайте, на другом вроде хорошие варианты есть. Надо посмотреть, если они есть в наличии. Если что, сегодня присмотреться и потом в другой день приехать на большой машине и забрать. Потому что доставка, мне кажется, там очень дорогая. Ну, мы сейчас все разузнаем, посмотрим и вам покажем. Так что оставайтесь с нами, если вам интересно. Все, мы приехали, и здесь график с 10. Мы не посмотрели, у нас 9:30. Полчаса надо подождать, но есть какая-то кухонная студия рядом. Она открыта, так что мы сейчас зайдем и посмотрим кухни. Просто, чтобы убить время, 9:30. Вот такая вот кухонная студия. А цены здесь есть? Не видно. Только заказ. Вот, выбираешь. Какая толстая столешница. Да, здесь все только под заказ. Бежевая. Встроенный холодильник. С островочком. Ну, все сейчас такие одинаковые. Вот под дерево и под бетон. Все кухни. Ручки интересные. Посмотри, какие ручки классные. Ручки прикольные. У нас точно так же будет вот так духовка и микроволновка. Все из этой же серии мы купили у нас Bosch. Вот так тоже будет стоять красиво. Уже жду не дождусь и нашей кухни. Плита какая широкая. Большая. Здесь внизу. О, классно. Ого. Выдвижной ящичек на метр. Больше? Больше. 1,20 м где-то. Да, цен нету. Здесь просто как витрина. Выбирать себе. Прикольная вот так в гостиной. Я люблю такие, где пол внизу, как бы нет ножек, ничего, раз протер себе пыль и все. А так за шкафы вечно там пыль накапливается, столешница интересная. Это искусственный камень, наверное, или что это? Гранит. Какой-то гранит. Вытяжка такая, как будто люстра. Первый раз вижу такую вытяжку. Но цвет, конечно, с этим желтым на любителя. Подсветка интересная внизу. Встроенная подсветка. Да, это... Посмотрите, как классно. Летая вот эта вот раковина. Нет никаких швов, ничего. Только раз весь мусор сюда сбросил. Прикольно. Мы еще смеситель не купили. Надо купить. Надо вот тоже такой, чтобы высокий был, чтобы и кастрюля большая помещалась. Интересно. Какой-то серо-молочный цвет с черным. Но мойка такая контрастная. Красная. Как горочка. Мне кажется, неудобно. Кастрюлю поставить, дно неровное, будет все всегда вот так на бок. Но это что для кого? Плита уже сразу с вытяжкой внутри. Встроенные. Прикольно. Ну и здесь вот фасады. У нас кухня будет вот, по-моему, вот такого цвета. Я заказывала, но не глянец, а матовый. Вот такой вот цвет у нас будет. Такой светло-серенький. Так что ждем. И вот с такими вот вот такая будет. И вот с такими наподобие вырезками, только вырезки еще вот тут будут. И вот такой цвет, да. И ручки... Ой, боже. И ручки вот такого графитового цвета. Вот такой даже. Графит будет.
И столешница, вот здесь все цвета наши есть. Столешница вот такая будет, и такой же будет фартук. Вот точно такая столешница. Этот цвет интересный, вроде и не серый, и не коричневый. Прикольный цвет. Смотрите, какая интересная кухня. Какие ручки интересные, такие не видела нигде еще. Ну и техника вся смэк, это такая, знаете, под ретро стиль. И картина, такое еще тоже не видела, сразу с такими штучками. Ну интересная такая кухонька. Цвет интересный тоже. У нас вот такая же, такой же узор будет на дверях, только серого цвета. Ребят, посмотрите, возле магазина, что я обнаружила. Hunde Tankstelle. Это типа заправка для собаки. И стоит мисочка с водой. Созданы все условия и для людей, и для собак. Если вдруг они здесь оставляют собаку, привязывают, чтобы имела собака что попить. Все, мы зашли уже в Пока. Посмотрите, какой диван огромный. Всего лишь 500 евро стоит. Но он такой широкий. 1,34 м имеет в ширину. Не знаю, не будет занимать там нам пол гостиной. И в длину он 3,06 м. Как раз как нам и надо. В принципе. А ну сядь, Игорь. Нормально. Не слишком глубокий. Сидеть, мне кажется, слишком глубокий. Тут, если убрать, он не раскладывается, но если убрать подушки, здесь двое помещаются спать, мне кажется. И цвет хороший, и цена хорошая. Есть и вот такие вот диванчики. Ну и вот, конечно же, стандартные с углом. Но вот такие вот стандартные, вот одна часть, если выдвигается, то надо только под заказ одну часть с этой стороны и такую же часть с этой стороны. Ставишь туда, большой. Да, но нам этот угол не нужен. Сейчас будем смотреть, искать. Смотрите, какой интересный диванчик на троих, потом диванчик на двоих и кресло в комплекте. Стоит 1300 евро. И этот диванчик, и этот диванчик раскладывается. Вот как диван. Вот здесь подлиннее получается. 2,28 м. Как бы для полноценных взрослых. Там можно для детей. И цвет интересный. Знаете, мы сидим, думаем. Может, такое что-то купить? Поставили бы в ряд вот такое. С креслом. И этот на другую стенку, где у нас пустая стена, где я говорила, что у меня будет когда-то камин. Не знаю, надо посмотреть. И цвет такой серо-синий. Ну, интересный цвет. Все, Игорь себе нашел. Он сказал, он его берет. После работы отдыхать. Говорит, все. Говорит, мне больше ничего не надо. Вы берите, что хотите. Говорит, я хочу кресло. Ну все, дорогие друзья, мы уже дома. И посмотрите, что мы с Игорем сделали. Мы обратно стенку. Я уже вытащила все из стенки. И мы уже переставили на эту сторону, потому что ничего мы не могли найти подходящее. Вот именно как я хотела диван с этой стороны. Хотелось мне, конечно же, когда я буду находиться на кухне, когда я буду что-то готовить, тоже смотреть телевизор, тоже участвовать в чем-то. Но не получается моя задумка, поэтому придется нам купить обычный диван, которая угловой, ну, угол с этой стороны, и вот сюда вот так, получится где-то примерно вот до этой стенки, и в этой стороне уже будет у нас столовая часть, стол со стульями, все, потому что думали, смотрели, ничего абсолютно из того, что нам понравилось, а если нравилось, то цены заоблачные, или же доставка очень тяжелая, ну, как бы долгая, или еще что-то, думаю, зачем так заморачиваться. И розетка у меня тоже есть с этой стороны, мы ее без проблем потом проведем сюда, как бы, конечно же, мы продумали все там, но ничего страшного, единственное, что здесь вот щиток, и он не закрывается. Мы завтра поедем с Игорем. Я почему не выкладываю все обратно в этот шкаф? Игорь предложил здесь не
не вот эту стенку, чтобы была, а купить просто комод. Один большой комод, эту стенку продать Соки полностью, телевизор поставить на этот комод. Есть сейчас такие комоды тоже с витринами, чтобы я туда могла эти бокальчики все туда положить. И плюс у них будут стабильные полки для каких-то тяжелых тарелок, таких для гостей, которым пользуюсь только. И заодно, если будет вот этот комод повыше, то встанет телевизор тоже повыше и закроет вот этот вот щиток. И вот как-то так мы подумали, конечно же, да, мы вас тоже, наверное, заморочили. Каждый раз у нас меняются какие-то планы, но так оно, когда начинаешь что-то думать одно, а потом в реальности получается все совсем по-другому. Потому что то, что нам нравилось, было очень широким, просто нереально широким. И вот отсюда выходила где-то до середины зала вот эта кровать, диван этот, диван-кровать, вот так можно сказать. Получалось бы и там мало места, и там бы мешало, везде бы мешало. Вон там у нас пляжный сезон на матрасах. И поэтому только так. Ну, это единственное неудобство будет только для меня. Потому что я, когда буду на кухне, не смогу смотреть телевизор. Как бы, ну, буду себе ставить какую-то музыку на фон и что-то там готовить, если никого не будет дома. А так буду заодно видеть детей, которые вот будут сидеть здесь. Ну, вот как-то так. Когда планируешь свой дом, строишь все для себя, то, естественно, там уже планировку делаешь так, чтобы было всем удобно, чтобы все было уютно. Когда уже готовые стены, берешь и все вот так вот туда-сюда меняешь, то, конечно же, не все получается так, как хочется и так, как для всех. Ну, ничего страшного. Вот так и будет. И сегодня хочу уже старую кухню выставить на продажу, посмотреть, кто что даст за нее, ну, хотя бы символическую какую-то цену. И думаю, если даже придут, заберут кухню, у меня есть термомикс, в котором могу тоже свободно готовить сейчас временно, на стол его поставить и готовить. У мамы моей есть мультиварка, если что. Думаю, если что, пару недель можно и перебиться. Только бы взяли эту кухню, которая там, я ее уже сфотографировала, вычистила, все, выставлю ее уже, там кто сколько даст, столько и будет. Все, только что была девочка, забрала торт для своего мужа, а я приступаю ко второму тортику. Сейчас забью крем, у меня вот собью сливки, я вот такие, я как-то показывала, вот такие я покупаю для тортиков. Они вот, видите, минимум 32% жирности. Сейчас собью с сахарной пудрой и с маскарпоне. Все, я тортик для мамы тоже уже сделала. Вот такой вот тортик. Как я говорила, я не буду сверху ничем украшать, только надписи с днем рождения, самой лучшей маме на свете. Эти надписи я привезла из Молдовы. И так в шутку написала 18, якобы маме не 58, а 18 лет. Знаете, как есть прикол такой? Паспорт врет, маме 18. Украсила съедобными такими конфетками по кругу. Так, и все, вот такой вот тортик будет, чтобы завтра, знаете, поменьше. Декор только вот этот вытащим, и все, тут остальное все съедобное. Крем я не делала масляный, я делала самый обычный крем, который внутри, тот и снаружи, чтобы торт был не таким, знаете, масляным, жирным, все, чтобы он полегче был и просто, знаете, такой полегче. И выровняла, как смогла выровнять, потому что это не крем для выравнивания, поэтому украсила еще вот такими вот конфетками. И ничего, думаю, для природы очень даже будет симпатично. Еще, дорогие друзья, хочу поделиться информацией про фильтр Aqua Global, который нам высылали на обзор. Ну, во-первых, я очень довольна фильтром, я бы сейчас не вернулась никогда к чайнику, нам очень удобно то, что дети сами себе и делают и чай, и кипяток, здесь есть и комнатная вода, как бы комнатной температуры вода, все режимы есть, все быстро, не надо ничего кипятить, не надо ждать. И сейчас Виктор, который высылал нам этот фильтр на обзор, выслал мне такую информацию, что с 1 сентября эти фильтры дорожают. Поэтому, кто до сих пор еще был на раздумьях, покупать нет, то поспешите. Фильтры будут дорожать, и до конца августа вы сможете его приобрести по промокоду со скидкой еще в 200 евро.
плюс еще подарок от фирмы. Все контактные данные Виктора и промокод, все я оставлю в описании под видео. Так что вы, если вы надумали покупать такой фильтр, я от души советую его. Очень нам нравится, очень полезен в быту. И вода фильтрованная, и дети с легкостью им пользуются. Все, то обязательно поспешите. До конца августа приобретите со скидкой, с подарком и еще по прежней цене. Ну все, дорогие друзья, у нас уже вечер, вот как-то так прошел наш день. Сейчас сижу, присела и уже не знаю, что приготовить на ужин. Что-то легкое, вкусное, полезное и которое готовится быстро и чтобы было вкусно всем. Сижу, думаю, и ничего путевого не могу придумать из того набора, который у меня есть в холодильнике. Особо у нас там продуктов немного, поэтому я и на раздумьях. Сейчас буду думать, что-то по-быстренькому приготовлю. Я уже ужинать не хочу, но детки еще захотят. Поэтому сейчас или лапшу им отварю, их нелюбимые, они любят лапшу. Можно даже просто с тунцом, они очень любят вот тунец этот в консерве. Просто лапша с тунцом и салатик свежий, не знаю, что-то буду думать. Потому что завтра не хочу много наготавливать, потому что завтра мы же тоже идем на день рождения. У Ксюши идет тоже к своему однокласснику на день рождения. В принципе, нас весь день не будет дома, поэтому не хочу, чтобы оставалось все. Потом не свежее есть никто не будет. А выбрасывать тоже не хочется, поэтому надо что-то только на сегодняшний вечер приготовить. Завтра мы только позавтракаем и на обед уже мы поедем на озеро. На шашлычки. Ксюша пойдет на день рождения, потом присоединится. Ну все, я уже буду с вами на сегодня прощаться. Приготовлю, что приготовлю, и пойду отдыхать. Всем пока, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за хорошие комментарии, за вашу поддержку, за ваши лайки. Они очень важны для меня и для моего канала. Это означает, что вам нравится то, что я снимаю. И, конечно же, оставайтесь с нами в дальнейшем, если вам нравится, если мы вам не надоедаем со своими ремонтами, перестановками, какие-то перемены планов каждый день. Ну ничего, завтра еще успеем, я думаю, с утра съездить, купить или комод, или что-то еще. Надеюсь, мы завтра уже что-то купим, что-то уже поставим в наш зал, потому что уже вот так вот ездим, уже, считайте, 3 дня подряд, мы все в поисках. И завтра еще, конечно же, хочу люстры купить. Я уже везде посмотрела, присмотрелась, уже знаю, что мне нравится. Завтра, конечно же, наверное, купим и люстры. И Игорь уже на следующей неделе все это прикрепит, чтобы у нас был свет, чтобы у нас все было хорошо. Так что впереди еще обновочки. Всем пока, дорогие друзья, хороших вам выходных, оставайтесь здоровыми, счастливыми и всегда в хорошем настроении. Пока-пока!